экономия энергии, охрана окружающей среды, применение инноваций, эффективное использование ресурсов – это то, к чему стремится современное человеческое общество. Здесь мы расправляем свои крылья. Центр по развитию теплообменной науки и техники компании Luoyang Longhua Heat Transfer Technology реализует эти стремления и продолжает свой путь развития. Трудолюбие и стремление к прогрессу привело к достижениям. Компания Luoyang Longhua является первым предприятием в Китае, которое на основе собственных исследований изготовило высокоэффективный теплообменный аппарат с комбинированным охлаждением. В состав компании входят собственные научно-исследовательские центры в городе Лайне и в Пекине, результатом чего является более 20 патентов и несколько научно-исследовательских достижений в области теплообменных технологий. Основные клиенты компании – крупнейшие нефтехимические корпорации Китая – Sinopec, CNPC, Sinohim и так далее, а также крупнейшее совместно российско-китайское предприятие Hunji Acron. Сегодня Longhua, благодаря своим российским коллегам, официальному представительству компании «Торговый дом нефтехиммаш Красный Октябрь», начинает осуществлять проекты в России. Один из первых клиентов – промышленный холдинг «Оргхим». Компания Longhua динамично развивается, предоставляя своим клиентам высочайший уровень сервиса от проекта до исполнения заказа, конкурентоспособные цены и высокие гарантии. Компания представляет собой новое высокотехнологичное китайское предприятие в ходе своей истории, всегда двигаясь по пути развития. Трудолюбие и движение к прогрессу привели компанию к сегодняшнему уровню. Имея наивысший рейтинг категории кредитоспособности, это единственная организация данного типа, акции которой котируются на фондовой бирже. Компания Luoyang Longhua Heat Transfer Technology умело использует собственные технологии, мировой передовой опыт и возможности для новых исследований и разработок. Компания Luoyang Longhua – единственный производитель Китая, имеющий разрешение на применение Ростехнадзора на аппараты воздушного охлаждения, а также все необходимые сертификаты соответствия международного уровня, в том числе ISO 9001. Постоянная конкуренция шла на пользу, совершенствуя и развивая компанию. Наращивая темпы развития, компания Longhua стала одной из самых передовых в своей области. В компании трудится более 800 квалифицированных рабочих и служащих. Компания представляет комплексные проекты, проектирует высокоэффективное энергосберегающее и экологическое теплообменное оборудование для различных отраслей промышленности. Опережающее развитие компании обусловлено исследованием передовых технологий и инноваций. В научно-исследовательских центрах собраны ученые и специалисты, которые постоянно совершенствуют технологии и подготавливают инновации к внедрению в производство. Они являются ядром, обеспечивающим конкурентоспособность. В исследовании и разработке новых эффективных методов охлаждения в сотрудничестве с технологическими институтами принимают участие ведущие ученые Китая. Китайский промышленный союз азотных удобрений оценивает технологии компании как единственные наиболее развитые передовые технологии, применяемые в теплообменной отрасли химической промышленности при производстве азотных удобрений. Кроме того, компания Longhua обращает особое внимание на мировые тенденции развития технологий, создает стратегические партнерские отношения со многими исследовательскими институтами и вузами на территории страны и за ее пределами для разработки самых передовых технологий и материалов и реализации их в производстве, соответствуя тем самым мировой конъюнктуре рынка.
компания обладает большой производственной мощностью, оснащена современным производственным и инспекционным оборудованием, обладает системой управления мирового класса, чтобы обеспечить безопасность и чистоту производственной среды. Постоянное совершенствование качества продукции Лонхуа построило комплексную систему управления качеством для осуществления требований безупречного качества на каждом этапе производственного процесса, где каждый продукт соответствует мировым и национальным стандартам. Продукция компании Лонхуа продается в более 30 провинциях Китая. Высокое качество продукции и услуг получили широкое признание от наших клиентов. Благодаря значительному водо- и энергосберегающему эффекту передовые компании ведущих отраслей ставят Лонхуа на первое место при выборе оборудования. Компания вносит свой посильный вклад в строительство ресурсосберегающего и энергосберегающего общества. В Лоуянг Лонхуа разрабатывают комплексные высокоэффективные аппараты воздушного охлаждения комбинированного типа, которые существенно экономят воду и электроэнергию. Аппараты широко используются в нефтяной, химической промышленности, металлургии, электроэнергетике и других отраслях, доказывая свою надежность и эффективность. Персонал – это главный ресурс компании. В теории управления компанией Лонхуа человек – это основа. Компания много работает над повышением образования и культуры сотрудников путем организации обучения, тренингов и семинаров международного уровня. В целях развития общественной ответственности активно участвует в благотворительной деятельности. Также поддерживаем сельское хозяйство, образование, социальную сферу и другие области. Компания получила общественное признание и уважение в обществе. Сотрудничество с нашей компанией всегда взаимовыгодное. Это касается и сотрудников, и клиентов, и партнеров компании. У компании Лонхуа есть цель – быть лидером в своей области. И она добьется этой цели, не останавливаясь на достигнутом, делая большие шаги к модернизации и прогрессу, продолжая тенденции роста, развиваясь и совершенствуясь вместе с окружающим миром.